Далее Челюшкин, номер 15 Иван Карапыгин, номер 5 Сергей Шарик, номер 88 Илья Зинин, номер 33 Дмитрий Прошин, номер 22 Сергей Дубровин, номер 19 капитан команды Алексей Пиркаскин, номер 20 Максим Зимарев, номер 17 Андрей Коцков, номер 23 Павел Тюрин и номер 5 Валерий Малышев. Главный тренер команды Александр Акимов. Лёх, там две замены было. Из кого у вас вышли эти двое? Ушли, да? Ну, пусть разбирают. Юра! Сотников! Сотников! Лёш! Продолжение следует...
для Торпеда Владимир произошли замены. Вместо игравшего под 22-м номером Сергея Дубровина на поле вышел игрок под номером 2 Роман Кутнидрий. И вместо игравшего под 33-м номером Дмитрия Прошина на поле вышел игрок под номером 13 Дмитрий Лобанов. Yeah.
Thank you.
матча состоится закрытие турнира футбольного национального лиги в первом дивизионе 2011-2012 годов. Thank you.
Сотника. Какая радость. Не может быть. Бабка выше должна быть. По личным встречам. У них одинаково про победу. На поле выставил игрок под номером 56 Виктор Зинченко. Какие результаты, как они сыграли вообще? Балтика с газовиком как? Кусабье. Лё! Завершились, да, уже? Объяви два результата, как закончились. Балтика выиграла у газовика 2-1, а Химки у болгарян в Астрахани 1-0. Завершились. Подожди, Лёха. Лёха, да. Химки выиграли в Астрахани 1-0. Да. И Балтика 2-1 у газовика. Да. Thank you.
ФНЛ смотришь или где? Я смотрел тоже так. Yeah.
2011-2012 годов.